Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Obscuritas. Мы продолжаем. Наша главная героиня, я уже, честно говоря, забыл, как ее зовут, пробирается сквозь лес, лабиринты, особняки, порталы, и на этот раз нас куда-то занесло на какой-то, не знаю, цирк уродов, по всей видимости. Хрен его знает, тут что-то как-то все разрисовано разными красками, какие-то символы. Ну, давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Ох ты, как интересно-то, а? Мерцает все. Чё-то мне это все не нравится. Сдается мне не все так. Господи, мне показалось, кто-то идет, оказывается, эта ткань так болтается. Ага, больше-то идти-то и некуда. О! Как тут все вертится, кружится. Так, короче, надо включить свет. Ого! Вот дела-то какие, а? То есть, очередная полоса испытаний с ловушками. Да, с ловушками. И все очень хреново обстоит. Так, вот эти вот круги, я думаю, это неспроста все. Так, вроде как-то идем. Нас как-то заворачивает, хрен его поймешь. Вообще, я, честно говоря, не понимаю уже, что происходит здесь. О, мир кверх ногами. Так. Ладно, может быть, здесь где-нибудь и батарейки тогда валяются. Мне, кстати, бы они не помешали. Батарейки мне нужны. Ну, тут что-то ничего похожего не предвидится. Ладненько, тогда будем двигаться вдоль коридора. Слушайте, а это ли ведь не тот особняк, который был в самом начале игры? Может быть, мы постепенно возвращаемся из того измерения обратно... Обратно, скажем так, в особняк? Все началось с того, что мы прыгнули портал и понеслась... Собственно. Так, шахматы. Ну тут, короче, хрен его поймешь. Взяла дядин домик. Это я помню. О-о-о! Тихо. Аккуратно. Это она еще такие крики издала, мне показалось, да, главной героине? Она тоже крикнула. Так, ладно, идем сквозь вот эту вот. Проход. Но чувствую, сейчас все опять не слава богу будет. Фонарик, он вообще уже хреново работает. То есть, что он есть, что его нет, вообще никакой разницы. Че это? Че он так трясется? Это вот чего мне ожидать? Так, ага, закрылось, понятно. Но здесь сейчас, наверное, кто-нибудь появится. Через эти баклуш. О-о-о-о! Так, лазерное шоу. Но чувствую, мне... Надеюсь, здесь ничего такого не будет, но чувствую я все с подвохом каким-то, реально. Так, тут лампочка моргает. Ага, эта штука вперед-назад двигается. Блин, сейчас чувствую, что-то появится, определенно. Тут эффекты обмана зрения работают на этом уровне. Так, ладно, включим свет, чтобы хоть вообще хоть что-то видеть. Ни одного, ни одной батарейки. Вот что-то вообще. Спички я уже давно забыл, как я ими пользовался. Фонарик, батарейки нету. Чё вообще делать дальше? Как это все разгребать? Ох ты, ёб твою налево. Рожа. Так, ладно. Допустим, так, сзади закрылись эти ворота. То есть пути назад нет. Ну ладно. Будем тогда продвигаться вперед. Так, что у нас тут-то? Тут у нас как-то пол странно себя ведет. Давай, давай, давай. Все трясется, ё-моё, все. Во! Нет, тут реально обман зрения. Ни хрена непонятно, что происходит. Кажется, что комната несколько больше, кажется, что она какая-то кривая. А на самом деле все ровно. Тут реально обман зрения какой-то. Определенно. Ну убери ты эту хреновую ткань. Во! Все, прошли. Это что такое? Какой-то. Ох ты! Попали мы куда? Прям в глаза светит и глюки на нас насылает. Куда идем? О! А это что такое? А, это комната зеркал. И причем, смотрите, как охерительно это получается. То есть тут не то, что зеркал, тут непонятно, куда идти. Тут надо искать... Вот, где нет стекол. Где нет стекол, надо искать проход. Вот сюда. Ага.
По всей видимости, кто-то за нами уже вышел, да? Так, тут ни хрена нету. Здесь... Ага, вот, вот сюда. Вот сюда. Нормально, прошли. Более-менее. Так, нужно подождать, пока фонарик, в общем, перезарядится. Сейчас он у нас уже потухнет. И, скажем так, мы сможем нормально двигаться дальше. Все, фонарик у нас потушился. Все, давай. Зарядился. Ёлки-палки, да что ж такое? О, батареечки. А до этих батареечек хрен из два доберешься. А может и нет. О, вот это другое дело. Теперь у нас есть освещение. Ну, хотя бы это радует. Так, вот теперь мы как-то куда-то идем. Куда-то идем. У нас тут есть несколько вариантов. Какая-то... Сара! Это прям на ухо шепчет. Это не есть хорошо. Ну-ка, давай-ка... Ну, а чё, не проходит? А правильно, тут пузырь мыльный. А, вот. То есть можно даже как-то вот так вот. А я чё-то не пойму, нам вообще куда идти-то тут... Цель конечная имеется, я что-то не пойму. Вот, куда-то вроде как пришли, да? Вроде как куда-то пришли даже. Ага, и учитывая, что ворота закрылись, значит мы двигаемся в правильном направлении. Ну, хотя бы фонарик у нас светит нормально, хоть это радует. Хоть как-то себе теперь путь можем освещать. Что-то подозрительно все как... О-о-о. А тут уже как бы все моргает. То есть тут, видите, тут непонятно, куда идти сейчас, как ориентироваться. Нам нужно как-то туда попасть, и все это как-то мерцает. Слушайте, у меня такое чувство, что сейчас нас чем-то напугают здесь. Да, он что-то там говорят. Сейчас, мол, напугаем. Нет, здесь прохода нет. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Ага, и тут тоже нету. Вот. Так, прошли вроде как. Слушайте, сейчас наверняка чей-нибудь силуэт появится прямо за окошком рядом с нами. И мы, естественно, офигеем от всего этого увиденного. Вроде как. Так. Вроде куда-то пробираемся даже. Вот, смотрите. Да что ж так моргает-то? Вот, вот, вот сюда. Ну, допустим... Ой, как-то все начало это у меня плыть в глазах. Это не к добру определенно. Честно говоря, не пойму, куда мы сейчас идем вообще. Что здесь? Ага, здесь закрыто. Здесь закрыто. И чё же мне куда идти-то? И здесь тупик, и там тупик. Прохода нигде не видно. Чё же я тогда... Куда же мне топать-то прикажете? Если нет прохода, цели нет. А, вот кажется, да? Да, смотрите, всё, нам надо сюда попасть как-то. Ну где эта хрень-то? Вот. Так, а тут хреново получается. Мне надо сюда попасть... А, вот, все, отлично. Ну, слава богу, кажется, нашли проход. Тут опять у нас очередной обман зрения, по всей видимости. Ворота сейчас должны захлопнуться. За нами что-нибудь типа в этом... Да, вот сейчас, значит, мы идем в правильном направлении. Ну, замечательно. Жалко, что не сохраняется. Что за хрень? Мы в запертой комнате. Мы в запертой комнате. И чё? Сейчас что-то... О, комната удлиняется. Смотрите, удлиняется. Удлиняется комната. Я бегу. Я бегу. Все удлиняется. Ни хрена себе. Так, нормально так комната удлинилась. Бляха ты, муха. Как же ты меня достал. Ну ладно. Во всяком случае, это всего лишь картина. А не мистическая тварь какая-нибудь. Во! Яма, чё, прыгаем? О, это куда я попал? Опа-на!
Ни хрена себе, куда меня занесло. В куб какой-то. И чё? Что мне делать? Вот я нахожусь внутри куба какого... стойте. Похожая загадка была, по-моему, в игре Риддик, если я не ошибаюсь. Может, тут надо как-то ходить, что-то передвигать? Я не знаю, но давайте обследуем, посмотрим. Может быть, мы найдем какие-нибудь пути решения. Угу, тут у нас ни с чем повзаимодействовать, к сожалению, нельзя. Что за хрень? Что случилось? Что-то какие-то звуки странные. Ой, что-то... Что-то мне это не нравится. Ага, вот ты куда-то сюда провалились. То есть, я, по всей видимости, сейчас что-то упустил. Сейчас, видимо, что-то появилось, а я это просто упустил, потому что осматривал стенку. Ну, в принципе, ничего такого я и не увидел. Но, по крайней мере, слава богу, хотя бы мы вроде как даже выбрались. И дайте угадаю, сейчас хоть и на скриншотах как бы и денег в кавычках нарисован, но, наверное, у нас опять, как всегда, ночь будет. В этой игре постоянно ночь идет. День у нас был только в самой первой серии, и все. А дальше сплошные потемки. И приходится как-то там пробираться. Ну да, конечно же. Как обычно, сплошная темнота. Ну, давайте глянем, что у нас тут есть интересного. Сейчас нас наверняка опять кто-нибудь преследовать будет. Господи, фонарь хотя бы есть. Обалдеть, хотя бы фонарь есть. Что-то хоть как-то где-то освещает. И куда нас на этот раз заведет приключение? Кусты так шевелятся. Но мы опять находимся в этом парке каком-то аттракционов. Во, нормально. Батарейки заменили. Это куда мы сейчас выйдем-то? Ох, нифига себе мы. Да, вот вороны. Ё-моё. Это какой-то Alan Wake прямо. Что за нахер? Что случилось? Что это сейчас было? Как-то все это странно было, ну ладно. Блин, что-то такие кулаки здоровые в кадре. Охренеть просто. Ладно, спустились. Ой. А что бы это все значило? Смотрите. А, это светлячки слетаются на свет. Ну и хрен с ними. Да, это всего лишь светлячки. Слушайте, а вот эти вот банки, они как бы это... Могут звук привлекать. А что если здесь, скорее всего, бегает пес? И если здесь пес, тогда у нас реальные проблемы, я вам скажу. Стоит ему нас увидеть, и нам сходу крышка будет. Ну, смотрите, какая-то открытая локация более-менее получается у нас здесь. Ну, давайте будем осматривать, может быть, что-нибудь найдем. Игральный автомат, который, естественно, нельзя не запустить. Ничего, здесь что, здесь мусор. Угу. А, этот, как его... Колесо обозрения. Так, может быть, здесь что-нибудь полезное есть? Хоть что-нибудь. Я не могу, естественно, сюда запрыгнуть, перепрыгнуть, что-нибудь поискать. А что такое? Почему я сейчас мышкой не мог двинуть? Меня прямо в эту сторону как бы направило взглядом. Это как-то все странно. А вот тут можно зайти. А, это наша главная героиня так говорит. Подумал, что кто-то за мной бежит уже. Несколько перепугался. Во, смотрите. А, это эти. Нормально так. То есть тут как бы можно это, кататься на машинках. Да что такое? У меня что-то мышь как-то странно себя ведет. Это, может, игра сама так? Как-то все это очень стрёмно. Мне это не нравится. Определенно. Так, вот там, кажется, выход. Выход есть. О! Меня машины преследуют. Трансформеры ополчились. Так и знал, что десептиконы меня в покое не оставят. Ёшкин кот. Смотрите, смотрите, преследует меня, а? А может, мне их стоит погонять? Как-нибудь. Или если они меня в угол зажмут, то мне, сдается, крышка будет тогда.
Во, смотрите, кажется, там как раз это... Да нет, это херня полная. Ну чё вы, ребята? Решили меня так вот реально этим напугать? Это как игра, это... Statues, там как-то так называлось. То есть отворачиваешься, и за спиной они у тебя постоянно что-то делают. Естественно, ты этого ни хрена не видишь. Ох, нифига себе, ты телепортировался. Опа-на. Ой, что-то мне это не нравится. По всей видимости, сейчас что-то случилось и сходу отпустило. О, машина исчезла. Ох ты, ёб твою налево. Нифига себе. Прям в меня въехала, а. Это, вот она тут реально единственный, кто нагнетает обстановку. Это вот эта вот мелкая кукла. Это что такое у нас? И звук такой, и музыка такая сразу. Тут пес еще, ядрёна вошь. Короче, нет, ну в баню, я сваливаю. Только не собака. Ради бога, только не собака. С ней связываться не очень хочется. Ну-ка. А, ну да, конечно, хрен с два поднимешься здесь. Я все. Сара! Какая нахер Сара? Вообще отсюда надо ноги уносить. Чё это такое? Это куда это нас все это занесло? О, аттракцион. Какой-то жуткий и странный. Не нравится мне все это. Ох, как не нравится. Ну-ка, давайте-ка попробуем обойти. Может быть, как-нибудь удастся нам все это дело преодолеть. Сесть нельзя. Ни хрена тут вообще ничего нельзя. А, стойте, может быть, здесь ключик есть? Который нам нужен какой-нибудь. Допустим, к воротам с собакой. Вполне возможно, что и так, кстати. Тогда нам нужно проверять абсолютно все и каждую. Здесь нет. Здесь нету. Так, это мы проверяли. Тут как бы тоже голяк полный. И здесь. Так, ну и вот, в принципе, этот. Нет, как-то это все странно, постойте. Тут как-то это все очень странно. Может быть, и не нужно проверять все это, а? Может быть, и не надо. Там вот этот вот пес ворчит, рычит. Опасный очень тип. Так, ну давайте оббежим, посмотрим. Может быть, что-нибудь здесь нам, скажем так, прояснится. Это что такое? А, это этот, звуки пускает, вроде как. Ой, это вулкан. О, опять кто-то. Я вот эти голоса, знаете, где похожие слышал? В игре «Зов Ктулху». Там тоже, когда главный герой очень много смотрел на всякие следы насилия, там т.д. и т.п. и все остальное. Все остальное. А это, видимо, башня Саурона. Так вот, у него тоже голоса вот были, мерещились. Что это такое? Что здесь у нас? Как-то все это странно. Не нравится мне все это. Сдается, надо уходить и двигаться дальше. Давайте-ка двигаться дальше просто. И не будем вообще оборачиваться. Потому что я что-то не вижу смысла здесь пока останавливаться. И искать приключения на свою задницу. Вот опять автомобили преследуют. Ну и куда мы прибежим сейчас, в конце концов? Круг дадим или чё? Чё вообще случится-то? Вообще сейчас вот бегу. Куда бегу, непонятно. О! Как интересно. Огромный череп с красными глазами. Да. Так, вот, а тут даже свет вроде как есть. Ну, хоть это радует. Только у меня такое чувство, что и он сейчас потухнет. А, в какое-то старое заведение пришли. Ничего себе. И чё, даже можно зайти куда-то? А, чёрт из два, говорят, ты сможешь зайти сюда? Ладно. Ну да, скорее всего, вряд ли я смогу, потому что они как-то все одинаковые. Короче, вот просто вот мостик есть. А, тут корабли 16 века, вот и... Акулы плавают. Блин!
Бляха ты, муха! А, это, господи. Аниматроники эти, как они там? Ну, в баню всех. Во, в пасть зашли какую-то. Фу. Да, какие-то куклы теперь жуткие нарисованы. В общем, чем дальше, тем хуже. Интересненько. Вообще, что будет в конце, мне уже интересно. Хоть и сюжет уже давно затерялся, скажем так, но в конце концов, чем все кончится? В Pine New Drive концовка оказалась какой-то странной и, скажем так, непонятной. Что же будет здесь? Но это мы узнаем, скажем так, проходя эту данную видеоигру. Вот так вот. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождения, связанные с игрой Pine View Drive, Pine View Forest и любыми другими хоррор-видеоиграми, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру и не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!